Следующий, так, вверх. Сразу, видите? Вы тоже сюда. Девушка, вы тоже сюда. Вы, давай направляем. Вот здесь он уже. Человек здесь, да? Если вы здесь что посмотрели, то все нормально. Все, кто свободен, на эту сторону кого пустит? Калмазов. Что, кого-то отпускают, да? Да, с этой стороны. А, ну пусть они сюда не возвращаются, что ли? Здесь тоже? Где галочки? У собой, обгони. Ты хочешь, что у тебя регистрация кончится? А дубльгизи нет? Нет. Там где-то вон тут. Да, да, да. Напротив этого дома. Можешь его состаривать до появления дубльгизи. Да, да. Студенты делают. А больше документов нет? Разработали во втором этаже. Да я. Будем выходить во двор. Привет. Денис, извини с камерой. Скажи, чтобы в камере повернулась. Ты столой переводи, значит. Ты тоже поворачивай, будете вместе. Вы вместе в одной комнате живете? Давай с тебя начнем. Называй фамилию, имя, отчество. Рашидов. Громче. Рашидов. Фамилия, имя, отчество. Рашид Бахтер Бахранович. Число, месяц, год рождения. 84-6. Здесь, вот данное помещение. Кто вас сюда заселил, сколько времени проживает? Месяц живете? В какой комнате? Номер комнаты? Четвертый. Четвертый. Вместе с женой проживаешь? Да. Жену как звать? Нигара. Фамилия, имя, отчество жены? Рашидова Нигара Абдувалиева. Кто вас заселил сюда, в это помещение? Разрешил жить здесь? Кто? Не знаю. В смысле, не знаю. Кто тебе разрешил сюда зайти? Сам, что ли, занял эту комнату? А кто тебе сюда разрешил вообще здесь проживать? Кто? Имя человека, фамилия, имя. Ну, здесь уже работает. Что? Барыха работает. Работаете где? Барыха. В Барвихе. Здесь ночуете? Да. Здесь живете? Кто разрешил здесь жить? Начальство. Начальника как зовут? Денис. За проживание что-нибудь платите? Нет, да? Вот эту вот еду, вот эти вот все постельные принадлежности, кровати, вы сами сюда привезли? Или Денис вам это все покупал? Сами, да, привезли? Денис вам просто показал помещение, где можете проживать, да? Проживаете уже месяц здесь? Все, я с женой проживаю. Разворачивайся. Те же самые вопросы, фамилия, имя, отчество? Имя, отчество. Сколько времени здесь проживаешь? 20 дней? В какой комнате? Номер комнаты? Один. Первый, да? Да. Кто разрешил здесь проживать? Молодец. Пожалуйста, давай попереводи маленько. То же самое. Кто разрешил здесь проживать? Рома. Рома? Рома, кто такой Рома? Старший. Старший. Старший где он? Спокойно. Что? Барвиха. Старший где он вообще? На каком-то предприятии, на каком-то организации или где?
Или просто он для тебя старше тебя на год? В Барвихе работаю. В Барвихе работаю? Ты тоже в Барвихе работаешь? Да, точно. Заворачивайся. Фамилия и отчество. Мудова Абрама Абрахимович. В какой комнате проживаешь? В первой комнате. Сколько времени? Месяц. Месяц. Кто разрешил тебе здесь проживать? Кто заселил? Денис. Денис? Денис? Денис кто такой Денис? Наш хозяин. Хозяин или начальник? Начальник. Начальник где? Где работаешь? Почему ты начальник? В Барвихе. Барвиха что такое? Санаторий. Санаторий, да? Кем там работаешь? Двор. Дворником? Ясно. Давай фамилия, имя, отчество. Он Глеб Ахматович, да? Смотрите. В какую комнату здесь проживаешь? Номер комнаты? Один. Один? Что, все в первую комнату проживают? Второй. Номер комнаты? Иди сюда, переводчик. Входи. Рядышком вставай, задавай вопросы. Номер комнаты, в котором проживаешь. Не разговаривай, Во второй комнате живешь? Сколько времени проживаешь? Хотя это берет. Он тоже нет. Месяц идет. Кто ему разрешил здесь проживать? Кто его заселил? Кингуен Леш. Рома. Рома. Кто такой Рома для него? Он там, типа, это, прораб. Давай. Прораб где? Барвих, отель Барвих. Отель Барвих? Он там кем работает? Дворник. Дворник? Давай дальше. Сколько времени здесь проживаешь? Месяц. Месяц, да? В какой комнате? Второй. Во второй. Кто разрешил проживать? Роман. Роман, кто для тебя? Тоже начальник? Прораб. Телефон Романа есть? Нет. У кого? Ну, у кого-то есть, да, телефон есть? Фамилия, имя, отчество? Роман Илхам Хафизович. Когда родился? 1975 году. 1971. Здесь проживаешь, да? В какой комнате? Третий. Сколько времени? Три месяца. Три месяца? Кто тебе произошел проживать? Роман. Роман, да? Начальник твой? Да. Ты там работаешь, да? Да, я работаю. Кем работаешь? Выше. Выше. Ферман Марк Рустамович. Где родился? Родился. 1993. Здесь в какой комнате проживаешь? Третий. Третий, да? Сколько времени? Примерно месяц, два, три. Месяц. Месяц один, да? Разрешил, кто здесь проживал? Роман. Роман. Да. Тоже начальник? Да, начальник, правда. А где работаешь, где ты начальник? Начальник? Там, в Барвихе. Ты там кем работаешь? Я? Да. Дворник. Дворник? Да. Хайд Парк Гамнадарин Мурадович. Когда родился? 89 год. 89 год. Здесь в какой комнате проживаешь? Третий. Третий. Сколько времени? Месяц, три. Месяц или три месяца? Три месяца. Да. Три месяца. Разрешил кто проживать? Ну, Роман. Роман твой начальник в Барвихе тоже, да? Да. Так же, как у всех. Ты там кем работаешь до Барвихи? Сейчас грузчик. 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 Да. Все, разворачивайся. Давай здесь, разворачивайся. Абдукарин Яков Трылович. Когда родился? 1470. 70. Здесь в какой комнате проживаешь? Третий. Третий. Сколько времени? Примерно третий месяц еще, ну. Третий месяц. Тоже Роман разрешил. Тоже Роман, да, сюда? Да, я тоже с Романом работаю. Где, в Барвихе? Да. Понял. Ладно. Девушка. Ладно, двое фамилии, отчество. Юляшева Монсазатовна. 1968 года. А я тоже, я с непарями работаю. Мне разрешила Маша, она уже уволила работу.
А здесь какой комнате проживаешь? Четвертый. Четвертый, да? Да. Ну, здесь. А сколько времени проживаешь? 2 месяца. 2 месяца. Разворачивайся. Давай, фамилию ночью. Ибраги, папа, сами. В какой комнате проживаешь? Четвертый. Вместе с вами, да? Пацаны. Тоже сколько? 4 месяца живет? Ой, 3. 3 месяца? Да. А ему кто разрешил проживать? Натяга кто-то у тебя? Рома, Денис. Громче. Рома. Рома. Где Рома у тебя начальник? Да. Барвихи. А ты в Барвихе кем работаешь? Да. Ну, вот фамилия. Зеленкова Фалишера, 73 граждан, 4 октября. Здесь где, в комнате, в какой проживаешь? С детьми. В первой комнате. Здесь кто тебе разрешил с детьми-то проживать? Здесь администрация Барвихи. Администрация Барвихи? Ну, самого выдержки, извините. А ты там кем работаешь? Я разработчик. Понял, старый.